наступающим праздником. Спасибо. С праздником вас наступающим. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, ребятки. Сегодня во Дворце спорта состоялось праздничное мероприятие, в рамках которого ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ранее работавших в хоккейном клубе «Салават Юлаев», поздравили с наступающим праздником Великой Победы. В ходе торжественной встречи ветераны в теплой дружественной атмосфере пообщались друг с другом. Эмоции такие, что старые стали, мы уже стареем потихонечку, как говорится. Вот. Эмоции... Конечно, праздник мы 9 мая ждем, вот, здоров, не здорово, ждем с нетерпением. Вот. Знаем, что Дворец спорта нас пригласит, пока не бросили нас, помнит о нас. Уже по окончании встречи всем ветеранам по традиции были вручены памятные подарки и оказана материальная помощь. Напоследок ветераны, полные бодрости духа, сфотографировались на память и в самом лучшем настроении отправились домой. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».